Рассада Callosa flamethrower chili pepper, Callosa flamethrower chili pepper используется для озеленения цветников, миксбордеров и придомовых территорий. Высота взрослого растения достигает 2 метра. Для украшения лоджии и балконов Callosa высаживают в подвесные контейнеры. Листья отличаются высокой декоративностью, зазубренная форма и пурпурно-зеленый окрас выделяют культуру на фоне других. Окрас сохраняется на протяжении всего года и станет изюминкой сада. Однолетнее растение быстро растет и развивается, радуя окружающих своей привлекательностью. В июле распускается розовыми цветами и цветет до осени. Callosa обыкновенный flamethrower chili pepper – это травянистые. Весной листва по цвету пурпурно-зеленая, летом листва пурпурно-зеленая, осенью листва пурпурно-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.